Вот. Всем привет! Ну, это понятно. Давай, Хэппи Лео. Время, деньги. Как нас? Ага, я вот за ним. А когда они у тебя откроются, попыт выйдет. Что выйдет? Использование. Убийте сегодня. Тебе еще не скоро комментарии откроют. У кого зубы не выпали, комментарии не открывают. Сзади трамплин. Мам, давай сфоткать нас в кино. Начинается. Начинается. Нет. Я снимаю. Я снимаю, ты болтаешь. Тоже должна говорить. Я говорю, я фоню. Мам. Я фоню. Мама. Мам. Платон. Я уже хочу увидеть твое лицо. Да ладно. Что, поставьте лайк, если согласны со мной. Ух ты. Стоп. Правильно. Какой? Давай, вперед. Платоша, ты пробежал по минному полю только что. И что? Ботики в случае попадания цель прицельного в мину, Платошенька, ботинки ты будешь мыть сам, солнышко, ага. Не, ну это радует, Платоша, тебе повезло. Топ-топ. Где? Привет, улитка. Платон на тебе катался. Помнишь? Платон, ты, конечно, очень хорошо вот эти телодвижения твои. Но, сыночек, надо что говорить, ага. Мамин голос за кадром, конечно, фонит, но канал-то твой, Платошенька. Говори, сыночек. Молви. 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 Молви, дитя. Как тебе дела, расскажи. Дела как? Как дела? Угу. Язык жестов. А куда идешь, чувак? На площадку и на тренировку. На площадку я не уверена. Куда тогда? Тогда уже, наверное, сразу на тренировку. Время. Шо? Коляску пропусти. Вы пропускаете ли коляску? Ниндзя гол. Все, Платошенька, ага. Платошенька, мы как всегда к зебре подошли. Ручку мне маме дай. Дай маме ручку, Платон. Знаешь, я могу просто взять и на видео тебе просто показать лицо. Давай быстрее. Топливо горит. Когда я могу сам снимать. Я иногда и сам. Джук, естественно. Конечно, когда-то, сыночек, ага. Через год. Конечно, ты главное жди, сыночек, и верь. Я сам себе верю. Расскажи. Когда мне было, прикиньте, когда мне прикиньте. Было 0 подписчиков, угу. Тогда я еще ничего не понимала, когда я сам себе написал комментарий. Ага, сам себе написал комментарий. Ты очень находчивый мальчик, Латоша, ага. Пошли. А куда подходим? О, мы подходим, кстати, к твоей школе. Платошу настигла участь первоклассника. 1 сентября Платошу мы нарядим. У галстук и пиджак с отливом. И Платоша отправится вот в эту школу получать знания, да, Платош? 1 сентября за знаниями, Платон. Нарядный, с цветами. Первое свидание с учительницей. Вот она, Платошкина школа. Очень она большая. Мама тоже эту школу заканчивала. Ты, Платошенька, по родовым следам идешь, ага. Я вот уже готов в школу идти. Серьезно? Как готов? Готов туда идти. Туда готов, да? Пиджак тебе купили? Нет. Самое главное пиджак. И белую рубашку. Найдите меня. За белой кирпичной стеной. Ой!
Тебя вообще не видно, Платош. Это невозможно, Платошенька, тебя тут найти. Промчался аки ветер и скрылся за зеленой листвой. Опля, фокус-покус. А тебя вообще не слышно. Сыночек. Ну, тогда, солнышко, громко, ага. Ты можешь. Стадион, на котором Платоша во время карантина занимался карате. И было очень, кстати, классно, да, Платан, заниматься на свежем воздухе? Лучше, чем в зале, правильно? Волейбольная площадочка. А за ней стадион. Покажи какой-нибудь супер-мега-пупер-удар. Угу, понятно. Разгон и старт, сразу финиш. Вот он стадион. Стол. И стадион. Весной Платошка здесь и зимой. Не, весной гонял. А там пока футболисты. Мега-удара не будет, нет? Мастер-класса. Понятно. Будет, да? Понятно, ну что, неплохо, глянь. Вот это да. Прыжок. Очень весело. Что, мальчик, танцевать любишь? Да. Любишь танцевать? А что танцуешь, пацан? Хип-хоп. Хип-хоп, техно и общий. Общий вантандер, да? Общий вантандер. Ты его так называешь? Мне очень будет интересно посмотреть на твой вантандер. Мы под песню, которую Моргенштерн сделал. Ага. Кажется. Давай мы обойдем дороги, кажется. Он в футболе вантандер. На каком поле можно вантандер? Вантандер. Ага. Понятно, Платоша, что я вообще ничего не поняла. Ага. Платоша, у тебя какая-то любовь, ага, к палисадникам. Угу. К маскировкам. Тебя совсем не видно, Платон. Абсолютно. Ты просто слился с природой, Платон. Ты просто слился с этими зелеными кустами. Где Платон? Нужно включить локацию. Ой, а где ты был, Платон? Тебя совсем-совсем не было видно. Еле-еле тебя нашла, ага. Ищите, это вам камешек такой. Здорово, спасибо. Но неси его сам, солнышко. Бамс. Фокус не удался. Угу. Ты побежал, да? Ну давай, сыночек, в добрый путь. Мальчик, о чем задумался, мальчик? Пошли, у меня тяжелый пакет. У меня тяжелый пакет. Мама записается провиантом. Мама вообще готовится к соревнованиям, как к полету в космос просто. Нет, солнышко, мы же рядышком. Мы же не едем далеко, прям очень далеко. Мы же у нас по месту. А микроавтобус с сиденьями. Ну да, вас. Ну мы же с тобой отойдем велосипедист. Вас погрузим в микроавтобус. Благословим, и вы поедете, сыночек, танцевать. Отстаивать честь вашего тренера и вашей танцевальной студии. Ты готов? Ты готов отстаивать честь? Поворачивай. У нас, как всегда, зебра. У нас все из зебрины здесь. Все зебры такие очень крепкие. Платон шагает на своей волне. И шокает. Платон очень почему-то нравится шокать. Шок, Платон? Ну, да. Платон! Смотри, там птичка впереди. Птичек обижать нельзя. Да и вообще обижать никого нельзя. На дорогу не надо. Не пожалуйста, мама выбила и взяла пас. Передача. Игрок отказался от удара. Платон принял все на себя и погнал вперед. Это был плохой поступок, Платон. Стой на месте, Платон.
и больше так никогда не делать. Почему? Потому что если проедет машина на дороге, она попадет куда не надо, и вот эта байда, которую ты бросил на дорогу, отскачет кому-то в лоб, Платон, понимаешь? Туда, Платон, и больше так делать не надо, Платон, молодец, а там коляска. Поэтому, Платон, у тебя очень умная голова, Платошенька, и прежде чем что-то сделать, хулиганить, нужно ей подумать. Да, как у тебя, рюкзак, бегемот? Платошенька, мне придется разлучить тебя с этой веселой штучкой. Скажи ей. Платоша, что у тебя в руках, Платоша? Платошенька, убери это, пожалуйста, со своих рук. Вот туда поставь в уголочек. Нет, идем. В уголочек поставь. Идем. Пока-пока, милая веселая штучка из пластика, обрезанная от бутылки. Нам так было весело с тобой идти по дороге. Пока. Пошли, Платон. Иди, главное, не оглядывайся. Иди вперед, Платон. Иди, не оглядывайся. Но остановись, Платон, переходя дорогу. Привет, боец. Крутая была тренировка. Шаманские танцы. Это ваш новый танец? Вантандер, наверное, да? Моргенштерн бы посидел, если увидел, что вы танцуете под его песню. Отлично, парни. Закончилась тренировка. Юный боец подкрепился сырной палочкой. У нас разряжается наше снимательное устройство. Камера. Камера. Все разряжается. Парень счастлив идет, живет в полосатых носках. У тебя такие милые полосатые носки. С антистрессом на руке. Всем говорит чао, какао. Чао, какао. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Тихонечко. Ой. Ой. Тихо, маленький. Тихо. Манюнечка спит. Тихонечко. С розовым носиком. Не пугай. Ой, Манюся. Не надо, не пугай. Пусть спит. Он тебя не знает. Не надо. В следующий раз поладишь. Это немножко, немножко милоты напоследок. Еще раз пока-пока. Да, пока. Мы успели в этот раз попрощаться?